обзоре у нас полка для обуви. Полка китайская, она приобретенная в магазине. Фирма называется «Рыжий кот». Из комплектации при распаковке получается две пластиковые штучки такие вот и 15 алюминиевых трубочек шириной 42 сантиметра. Алюминий покрыт пленкой. Полка дешевая, отдали мы за нее около меньше $5, поэтому решили посмотреть. У нас есть полка для обуви, но 2 яруса, а тут 5. Конечно, выглядит пластик дешево, трубочки тоже легенькие, сильно не нагрузишь, но в принципе 5 ярусов достаточно будет, чтобы распределить на нашу семью всю обувь, которая будет использоваться. Приступим к сборке. Получилось у нас. Что можно сказать? Пластик слабый, декоративно очень смотрится красиво, эстетично. У нас это до $5. В принципе, она того стоит. Все, обзор подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх.